Правительство выделяет деньги для пособий на третьего ребенка в 2020 году. В 75 регионах будут софинансироваться расходы на выплаты. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Чувашия присутствует в списке. Общий объем средств на софинансирование составит более 55 миллиардов рублей, в том числе более 45 миллионов из федерального бюджета и 9,5 из региональных бюджетов. Напомню, право на выплаты имеют семьи, где размер среднедушевого дохода не превышает величину среднедушевого денежного дохода населения республики.